Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Брайан. Сегодня я продолжаю обозревать моды для игры Minecraft. И на этот раз мне попался мод, который называется Troll Stuff, и который добавляет вещи для троллинга в Minecraft. Да-да, троллинг Minecraft. И давайте я расскажу о вещах, которые он добавляет. Итак, первая вещь — это вот такая вот зеленая паутина, ну что-то подобие паутины. Она вот так вот выглядит, похожа на обычную белую паутину в Майнкрафте. Мифопаутина. Обычно против зеленых. Кто победит, решать вам. Но только она не совсем уж и паутина. Как только мы поставим ее на землю или вообще в любое место, давайте поставим 4 блока, она со временем начнет разрастаться и так может захватить весь мир Майнкрафта. Так что нам нужно поскорее уничтожить ее. Итак, давайте немного подождем, пока она растет. А я пока вам расскажу про палочки, которые как раз может ее уничтожить. Этот мод также добавляет 2 палочки. Одна Troll Fire Stuff и Repair Stuff. Troll Fire — это палочка, которая может поджигать блоки. То есть, допустим, вот домик мы его можем легко поджечь. Давайте лучше потушим, потому что нам тут пожар не нужен в нашей деревне. Да, круто, я потушил вообще. Ну ладно. Итак, ого! Вы посмотрите, как эта паутина уже разрослась. Она просто уже огромных размеров. И для этого как раз и создана репейр-палочка, которая одним кликом может убрать эту паутину. Как вы видите, паутины больше нет, и она больше не будет разрастаться. Также мы этой палочкой можем починить, если мы, например, палочкой огня, вот, например, этот же дом, мы ее взяли, подожгли, потом мы этой палочкой просто сможем легко потушить одним кликом весь пожар. То есть нам не придется каждый блок ломать, чтобы он потушился. Вот такие вот 2 палочки, которые очень чудесные. И давайте я расскажу про вот это. Да, песок в воздухе, еще плюс на нем наковальня. Это невозможно в Майнкрафте, скажете вы, но это возможно с помощью этого мода. На самом деле они не совсем в воздухе, потому что тут стоят невидимые блоки, о которых сейчас я расскажу. Этот блок на самом деле стекло, вот такое вот тролл стекло, которое добавляется этим модом. И, допустим, мы поставим его вот так и поставим сверху тот же песок или наковальню, допустим. Со временем это стекло начнет исчезать, то есть становиться невидимым, а блок наковальни будет думать, что еще все-таки под ней есть блок, и поэтому будет стоять в воздухе. А этот блок исчезнет со временем. Но если мы, допустим, блок рукой сломаем, то ничего не произойдет. Нам нужно именно подождать, пока этот блок сам станет невидимым. Как вы видите, этот блок наковальни стал в воздухе, теперь он в воздухе парит. И мы можем, знаете, как затроллить нашего друга? Допустим, с помощью одного блока, который опять же добавляет этот мод. Это Boot Forcer. Итак, давайте поставим его около наковальни. Проведем Redstone. Вы можете сделать это скрытно, чтобы друг не заметил. Поставьте рычаг, и как только нажмете, наковальня упадет. То есть этот блок взаимодействует со стеклом, с невидимым стеклом, и убирает это невидимое стекло, которое мы не видим. И как же это делается? Для этого понадобится редстоун и рычаг. Вы можете делать это тайно, чтобы друг не заметил. Вы, допустим, он встал под наковальню, такой: о, баг какой-то, наковальня в воздухе. Вы нажмете на рычаг, и наковальня упадет на него, тем самым она нанесет ему урон. Итак, также я кое-что забыла вам рассказать именно про крафты, так что давайте я сразу скажу вам, как крафтится. Допустим, вот эта палочка, которая чинит все блоки, крафтится с помощью стержня инфрита и одного алмаза. Вот эта Troll Fire Stuff палочка, она крафтится из одной кости, из одного огнева. Это Troll стекло крафтится из 8, вернее, да, из 8 блоков стекла и одного пера, и вы получите 8 таких штук. И давайте я сейчас расскажу. А, еще вот Boot Forcer, он крафтится с помощью 7 камня гладкого, который переплавляем в печке, и одного гравия и одного редстоуна. А вот эта паутина крафтится всего лишь из высокой травы, из мертвого куста, из одного редстоуна, из одного гриба. То есть крафт не такой уж и сложный. Итак, давайте я расскажу дальше о следующих блоках, которые добавляет этот мод. И следующий блок — это Troll TNT. Выглядит он так же, как обычный TNT. Почему пошел дождь?
А, ну ладно, я же фея, я взмахну палочкой. Воображение! Вот, теперь у нас опять ясно, и можно продолжать обзор. Итак, этот Тинти выглядит так же, как и обычный, да и, в принципе, он крафтится почти так же, как и обычный. Только вместо песка мы используем землю, то есть он крафтится из 5 штук порока и 4 земли, вот таким вот образом. Итак, чем же отличается этот динамит от обычного? Давайте поставим 6 штук и попробуем его взорвать. Возьмем рычаг и нажмем на него. У нас динамит также взрывается. Также все разрушает. Вон какое огромное пространство разрушил. Но этот динамит впоследствии восстанавливает за собой блоки. То есть вы с легкостью можете, допустим, взорвать другу дом. Такая, ага, сейчас взорву, не подходи. А вы просто возьмете, взорвете, он будет плакать, рыдать. Но его дом начнет постепенно самовосстанавливаться. То есть это такой тролльный динамит, так что вы можете поприкалываться над друзьями. И крафтится он как обычный динамит, вот так вот. Не двигаться, иначе я нажму на этот рычаг. Нет, не надо, пожалуйста. Нет, я сейчас нажму. Смотри, это всего лишь был мод, твой дом цел. Иди в жопу. Итак, давайте я расскажу про следующую вещь. Это обои. Да, этот мод также добавляет что-то типа обоев. Например, давайте я вам покажу пример. У меня есть обои изумрудной руды. И чтобы их скрафтить, нужна, собственно, сама изумрудная руда и 8 штук бумаги. Также вы можете скрафтить, например, изумрудный блок также. Но зато вы получаете потом 8 штук вот таких обоев, которые очень классные. Допустим, что вы пойдете с другом в шахту, возьмете эти обои и просто наклеите на булыжник, и он подумает, что это настоящая руда, будет его копать алмазной киркой, но это окажутся простые обои. И таких обоев большая коллекция, то есть в креативе вот можно посмотреть, сколько их на самом деле. Тут есть, по-моему, даже каждый блок, обои каждого блока, вот фиолетовая обожженная глина, бирюзовая, бирюзовая обожженная глина. Глина, угольный блок и так далее. Вот так же крафтится, только в серединке мы ставим блок, который как раз таки мы хотим превратить в обои. И посмотрите, уже Тинти уже много блоков восстановил, так что это хороший Тинти. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ого! Это же алмазы! Алмазики. Ну вот и все, с вами был Брайан. Надеюсь, вам понравилось. До скорой встречи.